Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, должна была появиться в верхнем правом углу. Ну а спонсоры канала все видео из этой партии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Вывести. Слава богу, корабль. Я там кинул дружбу. Очень надеюсь, что вы ее примете. Все, у всех, пожалуйста, подождите сидеть. Ну, Нидерланды, ну чего ты начинаешь? Зачем? Начинается. Чё поделаешь, бизнес? Ну, как-то... Что? Города, говорю, отваливаются по лояльности. Ну, отваливаются, да. Ну, а чё смысл? У тебя каравеллы. А, у тебя твои эти крутые, блин, ёп. Блин, ну... Что же да один хитпоинт остается? Что за... Пойдем мне Яня отстреливать. Кстати... Кстати, пока стоим, пока Яня не захватит. Средневековые стены твоего вот этой вот... Нации, юнитов супер-пупер спасли. Чё-то не помню. Ты сейчас про юниты какие? Ну, лёшные. А хвачки-то? Так это дальнобойные, они как бы сильны. Они это как... пушки. Это пушки, это не. Да. А, сорян. Не осада. Ну, а Нидерланды так основательно решили взяться за Францию. Да вообще, это ужас. Внезапненько. Кто кому? А, кто построил? Цаночка. Построил неизвестный мне игрок. Это я. Ну все, видимо, ты приплыл. Все, ты зря затормозил, теперь Лёха не будет на море властвовать. Мне кажется, это не точно. Но это не точно. Ну, хотя бы у него не будет по две копии морских юнитов появляться. А это да. Это да. Поэтому за благодарность я жду денег. Я тебя не встретил. А так приплывай. А, блин, эта хвачка стреляет только если не ходила. Зашибись, юнит. А вот это я не знал.
не может перемещаться и атаковать в один ход. Зашибись. Ну иначе пушка была бы просто имба. Ну. Но... Так, а где еще мой арбалет один? Тоже апнутый в хвачку. Францию пилит? Не пилит, а развивают не очень хорошо. Блин, где реально еще один мой арбалет один? Что-то я а что потерял. Мне ресурсы нужны. А, где? Стоп. Ты несешь хрень. Просто из плохих намерений собирают, понимаешь? Эту. Чистых помыслов. Осадную башню вот здесь. Вот все, высадился, он захватил один раз этот город, и все, и у меня нету осадной башни. Блин, а арбалет реально, ну был же. Хвачха раз. Хвачха... А, вот она где плывет. Заберешься сейчас. Пять раз. Ну вот такая. Так. Угу, нормально. Покупаем здесь. Хватает на летучий отряд. Блин. Блин, ну что ты начинаешь? Ну может ты заберешь, окей. Короче, тут Нидерланды офигевшие. Просто. Нет слов. Так что вы достойны друг друга, Корея, Нидерланды, давайте там схватку на плоть, на флотах. Так у меня... Голландия, с кем ты воюешь? Со мной, с Францией. Франция. Голландия, давай объяви, пожалуйста, войну Мали и Зулусу, а я объявлю войну Франции. Это зачем? Не, француз сначала. Что? Сначала француз. Что сначала француз? У меня дружба с ними всегда. У нас с тобой военный союз. Алло, мы будем плюс 5 ну, иметь. Так, а у меня с ними все дружеские союзы. Только с французом. Ну, вот ты зря. Зачем тебе военный союз заключать? Надо было. Чтоб ты не добыл. Ну, я понимаю, но есть, ну, можно другие союзы заключить же. Нет, Махенджо-Даро. Нет, его заключили. Что ж ты думал? Что она будет жить? В веках? Блин, столько сообщений. Не понял, я что-то сейчас не до конца понял. Зачем объявлять войну, что там... Военный союз. Военный союз дает плюс 5 к юнитам, если вы воюете против одного и того же человека вдвоем. Тогда давай, Шумер, подключайся, потому что тут вообще жесть как-то сложно. В смысле жесть? Мировая война начинается, вон я тут потихоньку захват. Как тебе, Алексей, мои снега? Маори, может, ты примешь посольство? Зачем тебе, скажи? Ну, я хочу видеть, где ты находишься. Я тебе так скажу. Блин, мог. Брюссель, сейчас видишь? Захватить. Брюссель, Кабул? Нет. Эх, австралиец. Короче говоря, слева от тебя.
вот Тувумба и налево плыть. Натолкнешься на меня. Кто там что меня звал? Поймал этого шпиона. А, ну да, извини. Да некуда было отправлять, я вот сейчас увидел Индонезию. Сейчас к ней отправлю. Мале, ты куда видишь своего поселенца? А что? Ты перебежал, чем куда тебе надо было. Да, чё тут уже? Куплю. А, блин, открыл следующую. Хотел этих покупать, ладно. Тут промышленная зона. Давайте посела строители еще. Этот у нас будет тут улучшение лян делать. Не успеваю везде все строить. Алексей, продлеваем. Да, конечно. Со мной тоже, наверное. Да. Со всеми все продлеваем. Я просто уже нашел для себя другую цель. Нидерланды. Сделку кинул, Алексей. Ща у меня тут... Малайзия, у тебя там как дела? Малайзия? Ой, Индонезия, извините. В каком плане? Все плохо. А, да, мне откуда-то варвары приплыли. Каравели. Думал попросить тебя, что ли, поискать это место и изничтожить. А, ты что ты Хаттусу захватываешь, зачем? У нее нужен мне ресурс. Селитра. Давай я сейчас обработаю селитру и дам тебе селитру. Нет, пожалуй, ее надо Хаттус убрать. Хаттусы угля нет. А что, я бы тебе давал, у меня две селитры. Блин, я все не забываю торговую республику принять, я уже столько потерял. Просто смотри, у меня нет компусов. А люди с Хаттус получают за компуса. А за что у тебя столько было науки?
Ну, у меня было же полно за счет этих, как они, гавани, ЦК. Я Хатусу даже не нашел, так что я не знаю, о чем ты говоришь. О какой науке? Можно моим континентом. Что-то не совсем понял, зачем ты, Лёша, на нас напал. Ну, захватить вас и усилиться. А на кого? Да не, к тому, что, смотри, у тебя свистопляска с отпаданием городов. Да все, не волнуйся, не волнуйся. Все будет да хорошо я, у меня. Ты ж хотел в темный век. Спасибо, но я уже почти в нормальном, как не стал. Такую. Слышь, Индонезия, тебе там дружбу кину. Че, вот я постараюсь найти, может быть, союз заключу. Да я как бы Кримов искаю. Я же говорю, вот от Аделаида плывешь налево и все. Я левее, 12... левее своих городов вообще не плавал. Я вот сейчас только выплыл, потому что у меня панамский канал. Ой, точнее обычный канал построил. Так, мне надо сейчас принять торговую республику наконец-то. Столько лет сижу. Шумер, тебе еще нужна какой-то? А то я вот подумал ее забрать вообще. Кого мне убили? Наверное, там галера была. Нет, стрелки-разведчики. Кахоки? Прикол. Да, можешь забирать. Этот город сейчас. Кто-нибудь подскажет, где поднять бабла? Три пара. У меня тут отваливается, потому что у него много жителей в Умгундулу, а у меня мало. Вот и все. И мне тут реально нужно
какие-то наземные юниты покупать прям откровенно. Просто не успеваю, конечно. У них, видите, науки вообще нету, я их когда-нибудь да дозабираю. Блин, вот это жалко, меня сейчас убьют. Короче, надо, чтобы они все отвалились и в один ход все забрать города обратно. Просто. Пускай Тимбукту отваливается, когда это будет. О, следующим ходом. Зашибись. Да, Нидерланды, конечно, молодец. Захапался весь остров. А кто-то же предупреждал, что не зря там стоит ППшка на трон. Да-да-да. Тык. Вот я... Ну, да, но... Я, короче, не знаю. Я сломался. Шмер, он там уже арму берет. Это на твоем континенте. Ну, это вернется количество... Да, я вижу. ...караванов, когда я заберу обратно города. Так, пошли тут фермы построим. Я опять не принял. Ну что за мной не так? Ну как так-то, ну? Мне нужна только... Суки, дайте мне принять... Торговую республику. Ты заставляешь волноваться меня. А, я понял. Такой... Как бы сосед Франции меня не пугал, а вот теперь сосед Нидерланды будет пугать. Блин. То есть Элеонора тебя не пугала? Вот как сюда эта галера приперлась? Не, там Элеонора сама теряла поначалу города из-за лояльности. И как раз Франция была как какой-то буфер между мной и Нидерландами. Ты мне не нужен, это еще раз сказать. Ты по науке ускакал, ты как не лей, да? Да... С таким таймером. То есть меня намного больше раздражает не то, что у меня города отваливаются, а то, что я не могу торговую республику уже хрен знает сколько времени принять. Я очень много из-за этого теряю в развитии. Я не принял карточки на соседство, которые есть для других, не только для кампуса. Ну, просто... Так, все, Тимбукту отвалилось. Давайте забирать его обратно. Кто забрал? Блин, да Нангомы нету. Да, он берет эту арму. Le pauvre France. Ям. Кстати, Голландия, предложение. Ребята воюют там с армией Зулуса, прикольно.
Окей. Все, взяли Париж. Нет. Ну что нет? На следующем ходу, значит, да. Хочешь, можешь себе город забрать? Ла-а-а-а. Кого? Я не тебя, Гильмеш. У меня союз с Францией. О, на карте появилась арма. А, это все было ради того, чтобы освободить арму, я понял. Я не злой. Я не злой, на самом деле, просто хотел освободить ГГшку. Кто хочет поторговать? Алмазы меняй на что-нибудь. А ты кто? Этот, Австралия. А я тебя не нашел. Я бы ртуть отторганул с тобой. Тут о, Маори, давай с тобой на них рейд. Мали тут. Куролесит. Политическая... Я не сделал. Слушайте, может политическую вот тут поставить? Вот здесь, точнее, вот так, чтобы, да. Вот где-то тут надо ставить политический район. Вот сюда. Все, я не могу себе готовить тесто. Два. Не. От Янсана. Это все-таки война. Но я за то, чтобы ты оставил ему эти два города. О, все, договорились. Хотя там уголек, ну ладно, пусть будет. Блин, как мне торговую республику принять? Как мне... Ну вот реально, я просто вот завяз в войне. Недавно промелькнуло, что Мали использует поселенцев для того, чтобы расчистить лагерь варваров. Сурово. Goodbye. Нет. Неправильно ты сказал. Au revoir. А, или ты вообще немец? Фашист, точно. Нидерланды это фашисты, короче. Все, я прошу добро на выход, потому что меня забрали все. Выходи. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да. Good game. Я тоже, наверное, тоже прошу добро. Тоже все забрали. Удачи. Давайте. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Давай. Спасибо за игру. Ну что ж, Нидерланды, я тогда заберу. Ла-Рошель или... Да, забегаю, я пока тут. Пошмали. Опыта подним. Как мне этот город забирать? Надо осадную башню покупать. Кто-то осаждает Хатосу. Ты мистер Ди? Да, мистер Ди. Алексей, как вам такое предложение? Ща, я ни хрена не успеваю каждый ход. Если ты мне его озвучишь... Дружба. Не знаю, успел я принять, нет? Кажется, нет. Ну, мне показывают, что нет. Где посмотреть, сколько дружбы длится, или еще что?
Дружбу не показывается. Ну, союзы можно посмотреть в союзах, а вот дружбу нельзя. Ну, я по союзу имел в виду. Блин, сейчас я в город. Ой, бля, как все не... Не вовремя. Брать этот и этот, это самое главное. Ну как, давайте в Рим отправим. Эх. Ой, я извиняюсь, я снова зашел. Слушай, Леша, а ты можешь мне там в стиме, или ты не принимаешь друзей? Нет, не принимаю. Ну ладно тогда. Ну окей, давайте, удачи. Спасибо. Давай. Так, тут где-то была... Вот она опять. Грабит меня. Слушай, Монгол, если хочешь дружбу, то кинь просто снова, я не знаю, куда-то она делась. Да. Забыл, сейчас скину. Ну это просто, ну такой бред, ну почему, ну показываешь, уже захватывает город, почему это снова вот так вот делается? Этот я не буду подавать. Хотя бы две пушки и пойти. Захватывать там так правительственную площадь. Зал для приемов. Здесь возьмем Пингалу в Кёнджу. Да сколько можно? А Магнуса Панджу давайте пересажу. Засуха все длится и длится. Ходов 6, наверное. Так, да, торговую республику. Я наконец-то. Содержание юнитов убираем. Так.
культура и наука, соседство, бонус гавани, центр коммерции, промышленные зоны. Пока так. О, к союзнику вот это надо. Наконец-то. Блин, не поставил первого посла. Дебил. Чтобы в Вавилон отправить послов. Ребята, душу. Австралия земная. Я знаю, что война не нужна против меня. А это кто кризис сделал? Ну, либо Зулус, либо Мали, я думаю. Либо Гельмеш. Либо кто? Гельмеш. Валя. А ему зачем этот? Я не думаю, что он может предложить такой кризис. Блин, 5 ходов, и опять в нормальный век выхожу. Сейчас даю. Да вы задолбали, ну это какой-то... Рыба, что ты хочешь, чтобы я захватил? Или ты сам захватишь? Я просто так посмотрел, эти города такие себе. Там не ресурсов. Кампуса тоже не очень. Не дать не взять. Ну так что делать будет? Можешь забирать, если хочешь. А мне он не нахуй. Предотвращает грабежи. Голландия, предложение. Австралиец предложил. А с хрена ли тут минус 20 вообще? А Рим захватил мах... Сидит и нет. Мля, ну это... Алексей, кто предложение. Селитру вышел. Селитру кто-то вышел? Да нет, это только вышел. Просто очень все медленно. Предлагаю... Торговые. Давайте торговые. Я за торговые. Меньше гривны, претензий к Корее. Предлагаю. Корея? Зачем Корея? У нее... Влияние ноль. Как бы если уж и кому-то делать влияние срезать, то это Рим, у которого 335. Как бы вот. Эй! Как-то пофиг. Блин. Пока я там воевал, то есть я вообще не успеваю все это смотреть. Просто трындец.
А Зулус скоро умрет? Нет. Печально. Добрый Супергерл. Ну, я всегда стараюсь быть таким. Самое главное, что у меня хреново с культурой. Спасибо. Все, забили мне это говно, блин. Постоянно кто-то на меня нападает. Лояльность отваливаться города вылезет часто, и поэтому ему пока, к сожалению, видать, не до меня сухопутной. Это я могу, конечно, попересаживать сюда губернаторов. Ну это же дебильно будет. Или попробовать. Не сильно, видите, не сильно снижает. Мне надо вот эти два города у них захватить. У Мали и у Зулуса. Сколько стоит бомбарды купить? 560. Просто у меня города вот эти по единице из-за захватов. И, соответственно, просто влияние... Ну, тут особенно 11 городов. 11, точнее. А я не хочу их сносить, города, потому что тут есть районы. Ну, мне надо наземную армию строить, чтобы... Или самолеты просто выходить, самолеты. Самолетами дозабирать. Ой, сколько мне легко не тут. Ага, ваня нужен. Это ты про кого, про меня? Ага. А, да не парься. В смысле, а где еще француз?
Маяк и верфь мгновенно. Ну, вот сюда можно перебросить его. Тут маяк, в общем-то, фабрику давайте. Мало ли предложений. Сейчас следующим ходом. Блин, я когда-нибудь Пивиюра встречу, как за какую он вообще цивилизацию там играет, я забыл. Австралия. Австралия. Вот Австралию как-нибудь встречу. Тебе нужно сейчас. Ну вообще это очень странно, потому что он от тебя клеток на 12 слил. Расскажите хотя бы, сколько у него там науки, там культуры. Сейчас зато, блин, юниты морские прокачаю на всю жизнь, видимо. А, подождите, я сейчас его смогу использовать, один момент. Вот сейчас. Потому что там починился маяк. Есть какой-нибудь идеи, почему военного инженера у меня нету? Хотя ресурсов не требуется у него, которые. Военная академия нужна. А в этих городах не могу юниты строить никакие. Блин, все просто заход отваливается. Знаете что? Пускай эти города отвалятся, и варвары будут нападать сейчас на Зулуса этого. Как вам идея? Так, значит, не буду сейчас возвращать города. Пускай отваливаются. Вот это я только хочу держать пока. А, нефть открывает. Кстати, хорошая штука. И у меня нефти нету, да? Зашибись. Еще и с ресурсами меня подвезло. Следующим ходом паузу ставим. Да, в начале следующего хода. А почему мне сразу двух великих ученых дали? Кто-то пропустил.
5 в нормальный век вышел. Нет, там не, не пропустили. Там до этого был. Так, ну что, на 10 минут, да, можно отходить, да. Пока, да. Ну все, я повышу. Так. И тут еще, понимаете, тут еще и уголь у меня, вот тут. Давайте вообще проверим, где уголь и где нефть. Не у меня. Ой, слушайте. Что у Маври, что у Рима столько угля. Тут уголь получается только вот у... Да. А нефть? Так, давайте проверим. Сжимаете? Все, да. Да, да. Ну, нефти у меня даже рядом нету никакой. Просто вообще нету нигде ряд. А, Вавилон. Кстати. Так, вот здесь надо... подотступать... Ну, Франция где-то выжила, я так понимаю. Да, на стрелке вот был. Но это не надолго. Блин, вроде территория большая, а угля вообще мало, ужасно. Мне еще вот интересно, сейчас я хочу нефть открыть и посмотреть, где она вообще. Будет угарно, если вокруг этого острова будет нефть. Ну да, вон забыл. Ну, до нефти мне 4 хода, еще посмотрим. Еще давайте бомбардуем. А давай научную. У меня с австралийцем. Мы друг друга наукой обмазываем. Слышь, Индонезия, это у тебя на нефти? Голландец, предложение. Индонезия. Приглашение. У тебя есть уголь в Индонезии? Так, мастерская, фабрика тут должна вроде как действовать. Мистер Ди, сделочка. Так, давайте тут строители, да, делать. Вот это надо все обработать. А много или нет? Что? Тут ромашку сделать. Много? Я могу обменяться, не знаю, на селитру. У тебя есть селитра? Да, она мне как-то и не нужна, если честно. А что тебе нужно? Можешь купить, если хочешь, или попросить. Сколько? Ну, мне бы пригодилось. Ну, не знаю, что ты хочешь за нее. У броненосца выходить хочу. Нет, я имею в виду, что ты хочешь от меня, чтобы я у тебя купил. Вот это, блин, не очень удачно, потому что... У тебя какие-то наполеоновские планы на этот уголь? Ну, нет, у меня просто угля мало, у меня просто угольные станции. Они сейчас втроем могут проатаковать моего... А, притом на балу... А тут дорога, не могут проатаковать. Мапучу помощь. Раз, два,
И все. Тебя у меня нет плана. Ну, он убьет меня. Мне защититься бы. Я боюсь приплыть. Что ко мне флот приплывет. Я обороняюсь. Просто какой-то мрак, честно говоря. Я... Так, ну, золото. Что не хочу я тут трогать, ничего. Я, конечно, не подстрекатель, но лучше защита от нападения. Так я не от Индонезии боюсь. Я боюсь от, от дальних родственников. Так, у кого там еще у Маури? Сделай предложение и штук 10 угля можешь взять. 288, 276. А, столицу. Так, теперь Виктора назначим в Чинджу. Мне каждому надо хоть одно повышение сделать. Кинул предложение. Мистер Ди, там возле твоих границ броненосец, это часовой, только один. Что еще раз? Возле Хатусы и Мотопоху броненосец стоит мой, это часовой, поэтому... А что ты не перебежал? Так, только надо будет эти города совершенно забирать до того, как они отвалятся вот обратно. Зачем им переживать? У меня эти подлодки могут превратиться просто. Ты уже вышел на них? Ничего себе. Я даже еще не вышел. А, нет, я вышел, мне нужно не... Ну, да. Голландец? Я... Я тебе там кидал вроде союз. И дальше нецензурная речь. Ты кто хочет поторговать на хлопок? Что-нибудь хочет поменять? Я готов пряности. Но я тебе... Да, но только мы с тобой не встретились. А, здорово. Ты же не хочешь меня встретить? Да ты не хочешь меня, я тут везде уже, по-моему, всю карту открыл практически. Ну, я не плаваю, я типа просто посмотрел, где Индонезия, и дальше не поплыл. Я поставил на защиту. Могу хлопок дать, сейчас хлопок. Хлопок что у меня, нет, у меня хлопок есть, мне бы этот, хлопок бы поменять на что. Почему у меня на территории мечник французами? О, вот, вот что я и хотел, видите? Ну да. Эмигрант. Шумер, продолжаем союз? Да. Там Шумер забрал хорошего ученого. Последнего. О, Чингисхан, у тебя есть чем поторговать? У меня есть почти как в Греции все, конечно. Шумер, я кинул предложение. Так, авиацию открываю. Угу. Давай этот ртуть на хлопок. Я тебя кинул. Это я сейчас Чингисхан. Сейчас, секунду. Ну, наверное, хватит бомбард. Давайте еще кавалерию.
Так, теперь по городам пройдемся. Производство, наука. Это у меня, кстати, несчастье из-за войны больше. Производство, наука. Что там залучено? Ну, это на деньги пускай будет залучено. Производство, наука. Производство, наука. Эти города можно... У меня на самом деле моих 5 городов нормальных только. Все. Все остальное жопа просто. Стрельцов и пикинеров создать. Надо Антиохию, наверное, доделать, потому что у меня верфи. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!